Всем привет! Давайте мы сейчас с вами сделаем вот такую оригами-коробочку. Возьмем квадратный лист бумаги формата А4. Сделаем линию сгиба по центру, горизонтальную и вертикальную. Для этого сложим наш листок пополам. Приложим нижнюю сторону листка к верхней. Место складки прогладим. Развернем лист. Приложим правую сторону к левой. Место складки прогладим. Развернем лист. Перевернем лист на другую сторону. Сделаем линии изгиба по двум диагоналям. Приложим противоположные углы друг к другу и прогладим место сгиба. Сложим все четыре угла к центру. Место сгиба прогладим. Сделаем линию сгиба, приложив нижний край бумаги к центру. Линию сгиба прогладим. То же самое сделаем сверху. Развернем лист и сделаем то же самое с двумя другими сторонами. Развернем две противоположные стороны. Неразвернутые стороны сложим к центру и прогладим. Сложим расправленную сторону вовнутрь. То же самое сделаем и с другой стороны. Вот и все. Коробочка готова. Надеюсь, видео вам было полезно. Если вам с легкостью удалось сделать такую коробочку, поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!